многие спрашивали и многие просили сделать видеообзор на iMOW Cruiser Dual. С AliExpress заказывал, ссылку я как всегда оставляю в описании и в закрепленном комментарии под этим роликом. Заходишь, выбираешь. Самый главный момент при выборе. Есть несколько видов камер, они в корпусе идентичном, вот как ты видишь на коробке. Коробки идентичные, все. Но вот отметка стоит о разрешении. Есть камера 6-мегапиксельный вариант, имеется в виду верхняя матрица 3 мегапикселя, нижняя 3. В моем случае 8-мегапиксельный вариант, и это 4 плюс 4. И есть 10-мегапиксельный вариант, 5 плюс 5. На время заказа, когда я заказывал эти камеры, как бы еще даже не было официального представления от iMOW, презентации официальной не было. Но на Алиэкспрессе их уже продают. Учитывай то, что 6-мегапиксельная камера самая дешевая будет по цене. 10-мегапиксельная самая дорогая. Потому что возникают вопросы, и ты будешь эти камеры, к примеру, даже если выбирать, вот мне много пишут в комментариях, в телеграм-канал, чат в телеграм, ссылку на который я также оставляю в описании. Заходи, присоединяйся. Вот я видел такую камеру на OLX дешевле. Да, ты ее видел. Вот такая камера, коробка такая. Но ты ж не интересуешься, что она с меньшим разрешением. Соответственно, она будет и дешевле. Если ты такую самую дешевую увидел, то учти, что у нее самое низкое будет разрешение. Вот такая коробка. Камера. Модель ее прописана здесь. Все характеристики. В общем-то, что-то 3 плюс 5. Формат сжатия 265, и две линзы. Слежи, видно определение автомобилей. Далее посмотрим. Фирменная коробка. В общем-то, фирменная камера. Распаковку я уже делал на своем канале TikTok. Как приходит она в прямом эфире, там прямые эфиры провожу. Вот так она здесь сидит, как собака в будке выглядывает. И вот так упаковано все. Смотрите, коробка огромная, а камеры там место под две, наверное, под три камеры. Макулатура идет с ней. Также два шаблона. Потолочное крепление и стеновое. Кронштейн для этого предназначен. Макулатура такая толстая. Хотя Dahua уже отказывается от макулатуры. Ну, в связи с тем, что деревья, там, экология, все остальное. Ну, iMOW еще, видите, упаковывают такие вот толстые инструкции, куча бумаги. В общем-то, подключение, инструкцию-то почитать можно и нужно, но подключение идет очень простое, намного проще, чем камеры Dahua или камеры Hikvision. Ты будешь подключать такие вот органайзеры здесь. Ну, все же, конечно, маркетинговый ход, чтобы вам приятно было это все заказывать. И сама камера вот так. В моем случае не было выбора, и комплект шел только с картой памяти на 128 гигабайт, фирменная iMOW карта. Ну, соответственно, и цена этого комплекта выходит приличная. Без карты памяти камера будет намного дешевле. Сейчас уже есть выбор, можешь заходить по моей ссылке и смотреть, какие варианты уже есть. Сама камера, давайте сразу, что в комплектации. Муфта на RJ45, ну фокусируйся. Крепежный элемент, блок питания, как вроде бы неплохой. Не могу я рассмотреть, сколько там, 12 вольт 1 ампер. И кабель идет, что классно, что идет большой длины кабель, там 3 или 2 метра. Разъем обычный, питание, но здесь то, что кабель. Кому нужно на такую длину, но чтобы не покупать удлинитель, то уже есть в комплекте. Сама камера, она не легкая, скажу я вам. По сравнению с такими камерами от XMI, то чувствуется, что вот вес здесь какой-то, может что-то металлическое, но вроде бы нет металла, нету, все пластик. Какой плюс, и смотрите, первые камеры-то в основном делали XMI, ICC камеры XMI, потом iMOW сидели ждали, наверное, где-то год выжидали. Следили, смотрели, сделали работу над ошибками. И, в общем-то, можно сказать, наверное, что сделали ту камеру, ну, которую люди просили. В основном просили, чтобы верхняя регулировалась.
так они и сделали, что верхняя камера имеет регулировку угла наклона. И хороший такой угол, в общем-то, смотрите, хороший диапазон. Есть XMI-овские камеры, тоже несколько моделей с регулировкой по углу, но там небольшой диапазон. Здесь диапазон приличный. Также поворотный кронштейн поворачивается рукой. Не ступенчато, но фиксация есть. Вот раз зафиксировал камеру, то есть мы перенаправляем эту. Нижняя камера поворотная, с желтыми, с белыми светодиодами, с инфракрасными светодиодами. Объективы здесь установили они по 3,6 мм. Не знаю, какие, может, будут другие модели, в которых объективы будут чуть другие, но здесь 3,6 и 3,6. Ну и 4 мегапикселя матрица и 4 мегапикселя нижняя. Динамик, микрофон, все есть. Камера, как видите, Wi-Fi. Но возможность подключения по кабелю также существует. Разъем питания старого образца, видите, даже делают, не знаю, без юбки герметичной. Ну, рассчитано на то, что это будет, конечно, в герметичной распредкоробке все помещено. Ну и кронштейн универсальный. Крепление потолочное и крепление стеновое. Такая вот камера. Подключаем ее сейчас к приложению iMOW. iMOW — это, кто еще не знает, подразделение Dahua, которые делают более доступные камеры, более легкие к подключению для непрофессионального видеонаблюдения. То есть каждый может ее приобрести, не будь ты профессионалом, специалистом, установить ее дома, сам подключить. Также продумали момент с слотом под карту памяти. Закрытый он не резиновой заглушкой. Ну, в общем-то, и те варианты работают. Те заглушки держат нормально. Но здесь, наверное, более заморочено. На двух винтах пластиковая крышка с прокладкой. Но кнопка сброса к заводским установкам выведена сюда. Не обязательно будет вскрывать эту крышку, чтобы, например, нажать, удержать и сбросить камеру к заводским установкам. Прорезиненная кнопка. А вот чтобы карту памяти извлечь и установить, нужно произвести вот такое вот действие. Как это будет на высоте происходить? Ну вот, камера нагибается вниз полностью вот так. И ты спереди заходишь. Да, винты не продумали. Раз вы такую крышку делаете, то нужно делать так, чтобы винты фиксировались. Это не тяжело, потому что если ты будешь на высоте это проводить, то магнитная отвертка как вариант хорошо, но они что-то даже не магнитятся. Фиксация должна быть этих винтов на крышке. Тогда человек снимет и не потеряет их. Резинка здесь. А, ну вот видите, переход на кнопку. Такой вот переход на кнопку. Солдатик. То есть герметичность здесь выдержана. И кнопка вон. Сама микрик там. И слот для карты памяти. Карту памяти устанавливаю. Видно, полоска металлическая слота. А нам нужно контактами поставить к плате. И доводим, как обычно, до защелкивания. Утапливается карта. В общем-то, здесь есть отметка, как ее устанавливать. Первое подключение можешь делать по Wi-Fi. Далее, если нужно по кабелю, камеру подключаешь по кабелю, ведешь интернет-кабель в роутер свой, и она переключится автоматом на кабель. Подключаю блок питания в розетку 220. Никаких нету здесь на блоке индикации, зато есть индикация, красный светодиодик на камере. Как обычно, ждем несколько секунд. Камера, скорее всего, будет тестовый режим проводить. Может, голосовое будет сопровождение, я уже не помню. Быстро поворачивается, тестируется, калибруется поворотное устройство. Зеленый мигающий перешла. Ну, говорит о том, что режим подключения, она вошла в режим подключения. Видите, никакого голосового ничего нету. Ну, наверное, хорошо. iMOW Live, список устройств, ничего нету. Пройдете регистрацию, там обычно почта, код приходит, ну, как обычно на всех приложениях. Жму плюс, добавить вручную или сканировать. Выбираем сканировать. Так, настройки доступа самого, разрешить к камере самого приложения. Разрешил, открывается сканер, камера, и ищем QR-код на камере. Он здесь, на кронштейне. Готово. Включение Bluetooth. Далее. Индикатор мигает зеленым. Все, работает.
правильно. Возле маршрутизатора желательно все это делать возле роутера. И смартфон ваш должен по Wi-Fi подключен быть к тому роутеру, к которому вы подключаете камеру. Многие подключают, а у них смартфон вообще к мобильному интернету подключен. Переключайте на тот роутер, к которому подключаете камеру. Все, определил роутер мой. 5 ГГц не поддерживает камера, имейте в виду. 2,4 ГГц Wi-Fi. Роутер и ввожу пароль доступа к Wi-Fi. Далее. Разрешить. Посредством Bluetooth смартфон обменивается с камерой паролем и подключение происходит. Задействован Bluetooth в подключении этих камер, также, как видите. Все показываю вам в онлайне, чтобы вы знали по времени, сколько времени вот на привязку камеры нужно. Светодиод уже горит зеленым, не мигает. Можете присвоить имя камере сразу. Часовой пояс подтянулся мой. Формат даты времени можно поменять сразу на привычный день, месяц, год. Выберите места, где установлена камера. Это уже ваш выбор. Активировать облако. Бесплатный пробный план месяц можно активировать сразу. Можно позже. Или же не активировать. Тут не обязательно. К облаку привязки зависимости нету. Ну, вроде бы. Сейчас посмотрим дальше. Все, камера добавлена в ваш список устройств. И теперь ты можешь из любой точки мира заходить на камеру через интернет. Идет инструкция, что сделать, что нажать. Ознакомишься. Активировать, опять же, спрашивает облачный сервис. Можно вообще свернуть его. Две картинки с камеры. Верхняя. С регулировкой, видите, вот так. Здесь также удобно, не ступенчато, плавно регулируется и фиксация есть. И, кстати, даты на двух картинках. Fixed lens. Фиксированная линза, 5 lens. Поворотная линза имеется в виду. Звук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь прям хороший у них звук передает встроенный микрофон. Прям такой не глухой, а как даже со всеми частотами. И высокие есть, и низкие. Повороты камеры. Вызываем джойстик, поворачиваем. Вот так. А пока давайте по настройкам. Шестеренка вверху. Может, что-то нам камера продемонстрирует именно здесь. Предварительный просмотр устройств. Автоматический снимок пользовательский. Отметка на списке устройств, ты можешь камеру сфоткать эту и на список устройств, чтобы узнавал ее. Настройки обнаружения, детекция людей, обнаружение транспортных средств включено. Умное отслеживание при активации у нас записывает видео при перемещении объекта. То есть следит, посмотрим за кем и зачем она следит. Обнаружение, обнаружено движение, скорее всего, да, именно уведомление на смартфон. Видишь, можно выключить, можно включить. Фиксированный объектив. Получается, что 5 объектив это этот, а фиксированный, то есть видите, настройки, ну это круто. Настройки на каждую камеру идут отдельно. Верхняя, вот, детекция людей, обнаружение транспортных средств. И получать уведомления с каждой камеры можно отдельно. Ребята, это лайк. Это лайк. Я вам сказал, что они учли все предложения, все ошибки. Все негативы, все позитивы и воплотили вот в этом. Пока не хочу преувеличивать, не знаю, как она будет работать, но судя по тому, что есть, это очень классно. Обнаружено движение. Включаем уведомление на верхнюю камеру и приходит уведомление с верхней камеры. То есть у тебя зачем это? Камеры развернуты в разные стороны и с каждой камеры ты будешь получать уведомление по человеку, по транспортному средству, выключил транспортное средство по человеку, выключил человека, то есть у тебя есть три возможности. Зона активности. То есть ты можешь зону делать на каждую камеру. Как выйти отсюда? Да. На каждую камеру можешь зону ставить. Чувствительность также на каждую камеру. Режим обнаружения по графику на каждую камеру. Также можешь ставить или круглосуточно стоит по умолчанию. Блин, прикольно. И поворотный объектив. Видите, что здесь почти то же самое, но здесь слежение есть, потому что камера нижняя поворотная. Зона активности. И смотрите, все просто.
Нет, это реально классно. Это реально классно, когда две камеры, параметры сообщения, получать уведомления при обнаружении или при переходе. Доступ к устройству большего количества пользователей невозможен. Можно запретить, если вы дали разрешение другим пользователям, а можно взять и запретить им, чтобы они не заходили. Оперативное даст включить, чтобы получать подробные уведомления с небольшой задержкой. Такое даже есть. Ограничительная рамка. После его включения обнаруженная цель будет перемещена в рамку. Давайте включим. Наверное, выделять человека и автомобили. Звуко-световой отклик. Включение подсветки при обнаружении. Настройка звукового сигнала. Свет включать при обнаружении и тревогу. Подавать из динамика мелодия тревоги сирена. Или свою можешь добавить, словами можешь проговаривать. Ну, ночью в основном-то световая подсветка, да и звуковая, желательно ночью, когда в темном месте камера стоит, и тут она вот атакует. Локальное хранилище. По карте памяти вставил на 32, доступно 29.11, хранилище работает, карта памяти, все адекватно. Сохранять видео, именно включить запись на карту памяти. Многие там включают на картинке. Включается запись именно в настройках камеры. Запись по расписанию. Можешь поставить по расписанию и форматировать карту. Также можешь отформатировать вдруг какие-то проблемы вдруг с картой. Приходит уведомление, видать, детектирует все-таки меня как человека. Ночное видение. Три ночных режима, включение светодиодов белых, если стоит в интеллектуальном. Цветное постоянно светить ночью белыми. Инфракрасное чисто инфракрасными поставим, потом ночью переключим. И отключить ночное видение, посмотрим, что это. Скорее всего, отключить все светодиоды, чисто вот как днем она показывает. Не забываем сохранять. Коллекция аудиофайлов устройства. Не знаю, что это. Напишите, кто знает. Общий доступ к устройству. QR-код показать, поделиться с человеком. Сколько человек? 6. 6 человек можно одновременно можно просматривать. Сеть. Хочешь переключиться на другой роутер? Список роутеров. Wi-Fi находит, которые рядом. И переключаешься. 2,4 ГГц, 5 не поддерживает Wi-Fi, имейте в виду. Добавить накладный экран больше, что же еще больше. Светодиод состояния выключаем, включаем. Звонок, не знаю какой звонок, наверное динамик полностью выключить. HDR, осветление, более вот правильно, нет, засветок не будет, то есть типа VDR, только HDR. Ну уже ставишь, смотришь, нужно, ну картинка реально может лучше быть. Поворот изображения, вдруг как-то ты ее кверх ногами повесил, перевернуть. Шифрование, понятно, и пояс, понятно, формат даты. Переставляли сразу, перезагрузить устройство, удалить устройство. Если вдруг кому-то ты ее продал, удаляешь из аккаунта, чтобы человек смог ее подключить на свой аккаунт. Сделать фото в папку смартфона и сделать видео в папку смартфона. Это не запись на карту памяти. Запись на карту памяти ты там включил, настроил, и камера в автомате пишет. А это чисто включить запись в папку смартфона. Не увлекайся, потому что память заполнится. Там какие-то моменты увидел, включил, записал и сохранил. И тут же нажал и зашел в галерею. Фото хорошее. С каждой камеры, кстати, отдельно. С наложением даты. И видео. Где звук? Дополнится. Звук суперовый. На какие-то моменты увидел. Звук суперовый. Записал. Ты что? И со второй камеры. Не увлекайся, потому что память заполнится смартфона. Прикинь. На какие-то моменты увидел. Звук. Можно видео чисто писать, жизненные какие-то. Подключение камеры по кабелю. Работает по Wi-Fi. Вот смотрите, она меня выделяет. Верхняя и нижняя. Реагирует на человека, то есть уже лицо есть. Ей хватает этого, уже она определяет как человека. Уведомление я выключил, поэтому не присылает. Подключаю кабель от роутера. Индикации нету, ну никак не реагирует. И где можно
посмотреть. Ну вот, идеально был бы вариант, если бы они еще сделали значок именно по связи. Как работает камера, подключение, момент. По кабелю или по Wi-Fi? Вот сейчас, ну кабель подключен, наверное, значит по кабелю. Сейчас я выйду. А, вот здесь он, вот здесь. Значит, карта памяти стоит. Значок зеленый, что активно, определенно. И способ подключения по кабелю. Вот, сейчас я отключаю кабель, посмотрим. Отключаю кабель, камера в офлайне, и смотрите, отлично, ну молодцы, спасибо за это. За это реально спасибо. Wi-Fi значок появился. Включаю опять кабель. И она в онлайне прямо видно, обновляется список устройств. То есть не нужно протягивать. Обновилось все, подключение по кабелю. Еще какой-то значок, не знаю. А, облачно, если облако будет, наверное, активно. Здесь что? Здесь быстрые настройки, общий доступ к устройству, все видео на карту памяти, заход. Параметры сообщения, включить-выключить именно быстро, видите? Все здесь, в общем-то, продумано. Сведения об устройстве, тревожный сигнал. А, но это сообщение и видео уже тревожные, которые... Смотрите, картинка в картинке. Папку смартфона и сделать видео. Но звук суперовый. Это не запись. Фиксит, обнаружен человек, обнаружено движение. Человек с отметкой стоит по человеку. Движение чисто по движению. Последние тревожные моменты на картинку вот накладываются. Кликаешь и заходишь сразу на последнее, что камера зафиксировала. Это на карту памяти заход быстрый. На карту памяти кликнул, сразу в менюшку перешел карты памяти. Может, у кого возникнет вопрос, вот заинтересовала камера и Poppo, можно ли ее подключить? Да, можно ее подключить Poppo, докупив вот такой вот Poppo сплиттер. Любую камеру ты сможешь подключить им Poppo. Заходит в него, как обычно, один кабель, витая пара, 48 вольт. Далее на выходе он камере дает, коммутирует, тут все, дает камере 12-вольтовое питание, ее родное. И данные. Здесь коммутируется все и идет на твой Poppo видеорегистратор, Poppo коммутатор, ну как обычно Poppo камера. По сути это Poppo адаптер внешний для камеры. Поэтому можешь его приобретать и эту камеру подключать обычным способом по Poppo. К своему Poppo видеорегистратору. Мой XMI-овский видеорегистратор нашел камеру в домашней сети по ONVIF протоколу. Без проблем добавилась на свободный канал. Запрашивает при этом пароль. Пароль вы можете найти на наклейке, приклеенной вверху кронштейна. Там так и написано. Safety код, кажется, что-то такое. Там сложный пароль и цифры, и буквы. Именно для каждой камеры свой. Вводишь, и видеорегистратор камеру выводит. Но, как видите, выводится только одна картинка. Нижняя камера выводит. Управляется с видеорегистратора как бы без проблем. Ну, немного перепутано управление. Но видно, что камера несовместима с этим видеорегистратором. То есть, ну, верхнюю ты не видишь камеру, уже смысл как бы теряется. Второе, что не включается запись по тревоге, писаться только будет постоянка. Если хочешь, ставишь постоянку, но нет. Тут как бы вариантов нету. Во вторичном потоке, в многоканальном, также только одна картинка с этой камеры, второй камеры нету. Можно даже зайти с видеорегистратора посмотреть характеристики камеры, то я вам скажу, что камера 5-мегапиксельная, 5 мегапикселей и с возможностью смены разрешений. Скорее всего, с видеорегистратора или, может быть, с какие там у Dahua есть программы на компьютер. Эта камера туда подтянется, и ты сможешь с компьютера менять разрешение. В приложении, может, и есть возможность, но я не находил. То есть 5 мегапикселей по максимуму. По сути, это 10-мегапиксельный вариант камеры у меня. И число кадров при этом 25. В общем-то, картинка очень хорошая с камеры, но видеорегистратор XMI-овский с ней в полной мере не работает. По видеорегистраторам сразу закроем тему. Если вы хотите, чтобы эта камера была совместима, есть видеорегистраторы, также iMOU. iMOU есть. Приобретаешь, и с этой камерой видеорегистратор iMOU будет работать наилучшим образом.
потому что камера реально бомбовская. Смотрите, какого типа уведомления приходят. С картинкой, камера вон только человека зафиксировала, присылает, и что здесь прописано? Fixed lens, обнаружен человек. Крузер Dual, ну то есть то, что ты пропишешь камере имя. Вот дата, время, прописывает с какой камеры и что, по какой тревоге пришла картинка. И фото. Вот такое вот, можешь просто общий план увидеть. Ну а потом уже зайти на приложение, если подробности нужно, рассмотреть. Хорошая регулировка. Камеры неповоротные. Вот я поворачиваю ее. Ну здесь у меня столб, поэтому я не буду увлекаться. Чтобы ночью не было ответок. Вот так ее оставлю. А нижнюю уже заходишь и поворачиваешь. Сейчас на слабом сигнале Wi-Fi, как видите, вверху. Поэтому небольшие задержки есть. На слабом сигнале Wi-Fi именно смартфона. Сыпятся уведомления. Камера четко фиксирует автомобили, людей, выделяет их. Все работает пока классно. Все нравится. Со звуком. Звук с улицы хороший, накладывается на видео. Фиксирует главное, что на огромном расстоянии автомобили, людей. Картинки не поворачиваются, нужно вызывать джойстик. Резко как-то она поворачивается, можно скорость, наверное, уменьшить. Смотрите, приходит уведомление, едет автомобиль, берет его в рамку. Есть какие-то подтормаживания, подлаги, я не знаю, что это, хотя камера подключена по кабелю. Но, возможно, что-то у них там на облаке происходит, может, допиливают настройки. Смотрите, идет человек, вон там он. О, даже можно вот так вот цифрой презумировать. С потерей качества можно презумировать. Ну, на большое расстояние. Ну, там уже, видите, потеря идет. Но, вот. Какой-то объект определить именно что, без подробностей, то возможно. Это не оптический зум, это цифровой. Поэтому такое возможно. По определению видите, как работает. Кстати, можно переключить в такой просмотр и также здесь зумировать. По номерам сразу, кто там вопрос, на скольки метрах будет видно. Ну, до 10 метров может различить, можно вот таким вот приближением. Дальше уже нет. Переключение на другую картинку. Кликнул по маленькой картинке, переключил вот на верхнюю камеру. Сейчас верхняя у меня в эфире. На нижнюю, нижняя получается открыта полностью и верхняя в маленьком просмотре. И приходят же уведомления. Обязательно, когда свернуто приложение, да вот даже развернуто, вверху приходят уведомления. Функция, вот еще есть у нас здесь такое, быстрые значки, включить освещение. А, кстати, вот надо было, да, днем даже она может включить белые светодиоды на 30 секунд, или же взял ты, включил их и резко выключил. Можно кому-то моргнуть. Сирену также ты можешь запустить. Давайте послушаем. Громкость сирены, давайте. Ну там где-то слышно, но она реально работает. Типа как магазинная сирена. В магазинах сигнализация вот типа такой, она звучит. То есть ты можешь быстро включить, выключить. Картинка в картинке. Ну, наверное. А, вот так даже. Со свернутой камерой ты в списке устройств работаешь. И картинка вот здесь может быть. Ну, прогрузка, видите, облако рекламируется вам, вы можете его закрыть, функции дальше разбираемся, избранная калибровка поворотного устройства, разрешение, можешь ставить Ultra HD, Full HD просто, ну, в зависимости от интернета. Если тормозит камера, то, конечно, берешь сам, переставляешь, если она в автомате не переставит. Видите, в качестве. Она без лагов работает, но качество просмотра будет не то. На карту памяти пишется в наилучшем качестве. Перевернуть вот так можно смотреть. Если опрокинуть смартфон, то смотрим таким образом. Mac фиксирует автомобили. Все фиксирует. Человека, смотрите, велосипедиста зафиксировало таким образом. Так, здесь также быстрые значки, можно и качество переключить. Давайте в среднее поставим. Присылают уведомления с той камеры. В общем-то, все, что нужно.
определяю человека. Можешь приблизить, рассмотреть. Это в онлайне происходит. Можешь включить запись тут же на смартфон. Увидел, тебе нужно что-то быстро выхватить, записать. Ты берешь, выхватываешь и записываешь. Ну, какие-то есть вот лаги, я не знаю. Пишите свои комментарии. Слежение, не вижу я быстрого значка включения. Поэтому, наверное, нужно в настройке обнаружения и отслеживания. Именно нижней камеры. Верхняя камера у нас настроена и остается. Следить начинает камера нижняя за автомобилями, соответственно, и за людьми. Вот что, как это и происходит. Следит быстро, нормально. Здесь как бы вопросов нету. Камера достигла, какие-то сообщения еще присылает. Так, определит она там далеко человека или нет. Сейчас посмотрим. Да, взялась за него. Берись, давай. Ну, какие-то есть, видите, моменты, что кажется ей там дерево. Ну, вот лаги как-то, что-то, да, что-то вот есть. Ну, может, допилят. Если допилят, просто будет идеальный вариант. Следит, как видите, определяет далеко. Следит далеко за человеком. Очень-таки неплохо. Я думаю, что выйдет у них вариант еще из нижней камеры с зумом. С двумя объективами, чтобы она переключалась между объективами и приближала. И будет она далеко следить и плюс еще и зумировать. Посмотрите, она сумасшедше следит далеко. Определяет далеко, очень далеко объекты. Чувствительность по определению очень, очень классная. Просто суперовая. Возвращается назад. И что заметил, не нужно никаких калибровок делать между камерами. То есть включил себе слежение и все. Камера следит. Ночная картинка с камеры. Неплохой вариант. Верхняя видит хорошо и хватает ей ее инфракрасных светодиодов. Видите вы на большое расстояние. И нижняя также отлично. Картинка довольно-таки хорошая. Давайте по ночным режимам. Вот вылезают некоторые моменты, мелочи, которые, ну вот реально не поймешь, почему не исправить. Смотрите, быстрые значки. Быстрые значки, функция. По идее здесь, мне кажется, смотрите, по человеку сработало. Переключила, сейчас стоит в интеллектуальном режиме. То есть нижняя по людям чисто, верхняя там по людям и по автомобилям. И вот человек прошел, автомобиль ездит, она не реагирует. А по человеку включила белый свет, перешла в цветной режим, интеллектуальный. Я к тому, что в этих быстрых значках мне бы хотелось, чтобы была возможность зайти на быстрое переключение ночных режимов. А их нету. Приходится заходить в настройки, ночное видение. Возможно, можно добавить значок, но я пока не разобрался. Стоит в интеллектуальном. И здесь вам прописана вся инструкция, что при этом будет. Цветное это будет, понятно, постоянно в цвете и плюс светит светодиодами. Инфракрасное в черно-белом будет, вот как обычно, не реагировать ни на что. Чисто в черно-белом, невидимая камера. Отключить ночное видение, также интересный режим. Когда темно, камера выдает оптимизированное изображение без прожекторов и ИК-света. Идеальный вариант для тех, у кого улица освещена уличным освещением. Потому что камера выключает все светодиоды и переходит в цвет. И довольно-таки хорошая светочувствительная матрица, все подтянуто. И также смотрите, как далеко она людей, даже при том, что она вот без дополнительной подсветки, людей она детектирует также далеко. Ну и вот будет у вас уличное освещение вот здесь, в месте установки камеры. Она отлично будет справляться в таком вот обычном режиме. Как днем, так вот и ночью в этом режиме. Будет хорошая, сочная, цветная картинка. Здесь на верхней камере вообще как бы полная темнота. Поэтому вот так она и видит, там где освещение, окна светятся, она их и видит. Но даже вот если присмотреться, она видит землю, но а глаз, вот здесь если выйти, глаз не видит этого. То есть камера видит даже лучше, чем вот человеческий глаз. Вот небольшое освещение, и она будет отлично видеть. Не все так идеально, я вам рассказываю все как есть.
То, что я в течение дня замечал, слежение не идеальное. Есть к чему стремиться, есть что дорабатывать. Рывками следит камера, не держит человека в центре. Вот были такие камеры у меня на обзорах тоже. Человек идет, она то влево немного, то вправо, то влево, то вправо. Вот так вот менжуется туда-сюда. Я вам скажу, что слежение настроено вот идеально в дешевых вот этих двойных XMI-евских камерах приложения ICC. Второе. По задержкам. Вот что заметил, я не знаю, может сейчас проблемы вот эти с интернетом, потому что учтите, что все камеры через облако работают. Возможно, проблемы какие-то на облаке. То есть вы видите, задержки есть. Но на карте памяти там нормально все записывается, сохраняется. А вот именно в онлайне, когда заходишь, такие вот задержки есть. Это также минус. В остальном, ну вот небольшие недоработки приложения, то, что хотя, ну что, что мне хотелось бы. А так, вариант отличный для тех, кто пользуется уже приложением вот этим iMow, то у вас, в общем-то, и выбора нету. Эту камеру, если вам нужна двойная, то свою коллекцию берите. Кому в Украине нужна, продам по цене AliExpress после видеообзора. Вот в Telegram заходи или пиши комментарии, я на комментарии все отвечаю. Обязательно. Ну и пишите свое мнение об этой камере. Многие ждали, многие просили на видеообзор. Вот я заказал вам и сделал. Показал все, что мог. Возможно, не все. Какие-то нюансы, моменты есть еще. Так вот, видите, все работает. Малейшая, видите, освещенность. Она переходит в цвет сама. То есть, если у вас здесь будет на улице фонарь, возможно, что она и не будет даже переходить в ночное видение, потому что ей будет хватать освещенности. Фотоэлемент не будет переводить камеру в ночной режим. Я показываю в полной темноте, ну, как нормальный такой тест камеры. Ночная картинка довольно-таки хорошая. Адекватно и правильно выбрана температура свечения белых светодиодов. Они не белые, а светят желтоватым, где-то, наверное, 3000 кельвинов температура. Там и там одинаковые. Хорошо будет в сырую погоду, в дождь, будут они хорошо освещать мокрый асфальт. Когда две камеры освещают, получается перед двором отличный освещенный участок. То есть такой себе фонарь также, LED-прожектор. Свет рассеянный, не пучком, поэтому и хорошая картинка в цвете получается ночная.